Мои хорошие, смотрите, вот такое здание красивейшее, вот за вот этим собором, который я показывал, вот там вот собор, это все идем на дефанс. Это все движемся, но видео не получается, но Юра просто фотографии, приходится что-то, у меня кнопка одна пропала, в общем, надо выключать видео и снимать заново новое. Поэтому получаются такие короткие ролики, а соединить я их не могу, буду грузить по возможности. Вот такая красота. Я так понимаю, это отель Девиль? Да, 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 вон оно написано. Отель Девиль. Это у них такие, типа, как правительство, дом правительства. Вот и такие цветочки тут. Красивенькие. Такие все кусты, такие красивые. Вот здесь вот сейчас я постараюсь зайти внутрь. Ну, это как типа ратуши вот у них. Ну, это как правительство вот. Там, где они, мэрия или что. Все. Тут вот такая красивая, что всякий памятничек стоит. Такая улочка вокруг. Все, идем внутрь. Что, пойдем внутрь? Смотри, наверху что написано. Liberté, égalité, fraternité. Значит, свобода, равенство, братство. Где? Наверху. Liberté, а вот liberté, égalité, fraternité. Свобода, равенство, братство. А это ратуша. Это мэрия. Ну да, я знаю. Не относился к Парижу, поэтому это мэрия де Франс. Очень красиво, мои хорошие. Красота неописуемая. Все. Летит на лесопете, на самокате. О, Господи. Кстати, тут ездят и мужики, я видел взрослые на самокате. Но, если честно, это какая-то дурня. Им нравится, я не знаю. У нас так не ездят на самокатах. Ну, может, так у них принято. Ну, красиво, конечно, мне так нравится. Ой, сегодня еще в Лувр надо попасть. Все, мои хорошие, вас люблю, вас целую.